Снежным по просторам спешит он к ребятне, и свой волшебный посох всегда в его руке. Одет в наряд веселый, подарков целый воз, спешит на праздник детям наш вятский Дед Мороз. Он фокусы и куклы сложил в свой чемодан и разными вкусняшками набил цветной карман. Чтоб было людям весело, не вешали чтоб нос. Приходит к нам под Новый год наш вятский Дед Мороз. Приходит к нам под Новый год наш вятский Дед Мороз. Нет, мы не сошли с ума, все действительно так. Дед Мороз, Новый год. У нас сегодня программа «Культпоход» будет посвящена именно приближающемуся празднику. Чуть более месяца остается до Нового года. Ну и в конце, вернее, в самом начале передачи, безусловно, мы должны поприветствовать друг друга. Ведущие Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Да, добрый день. Вот с такой забавной, замечательной праздничной песенки сегодня начинается наша передача. И уже прозвучало в ней имя основного, главного, центрового персонажа нашей сегодняшней программы. Сейчас его будем представлять. Ну, хотя уже все, наверное, догадались. Вот он сейчас копошится у нас, разбирает свой мешок, и так или иначе эти звуки невольно проникают в микрофон. В общем, что-то с памятью, видать, у вятского Деда Мороза опять что-то потерял. Чем-то хотел Мороз нас... Афанасьевич! Мороз Афанасьевич. Ау, Мороз Афанасьевич. А? Да, да, да. Да, здравствуйте, мы не напугали тебя. Ой. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Маленькие и большие, худенькие и толстые, мелюзга и взрослые. Да, все. Я тут на хозяйстве, простите, немножко закопошился, извините. Да, вот несмотря на то, что Новый год считается в первую очередь детским праздником, но я думаю, что самые взрослые дяденьки и тетеньки где-то там в глубине души у них есть вот какая-то, какой-то такой тлеющий огонек, надежда на чудеса, а как же, на а праздник как же, и так далее. Искры возгорится, да. Пламя. Да. Напужалися. И хлопушка пошла. Игрушка, новогодняя, да. Хлопушка. Молодец. Да. Дедушка, это лукавый, да, озорной. Мы сейчас не разыгрываем наших слушателей ни в коем разе. У нас действительно в гостях вятский Дед Мороз. Все потому, что Новый год приближается. И затем мы выложим видео-версию нашей передачи на нашем сайте «Радио Кировград». И вы сможете полюбоваться на нашего сегодняшнего гостя. У него и шуба, и борода, и шапка замечательная с помпоном. В общем, а еще целых два мешка с подарками. Да, два а мешка у меня с еще картошка и нос. А зовут меня вятская дедушка... Мороз. Ах, молодцы. Света и Володя. Два мальчика и девочки. И девочки. Два мальчика и девочки. Получи подарок. Вот тебе это на магнитик специальный. Ну вот. Спасибо. На холодильник, чтобы всегда было что поесть. И такое напоминание о вятском Деде Морозе на весь год. Мы сегодня, конечно же, будем разыгрывать всевозможные призы, как это обычно бывает в культпоходе. Чуть позже начнем задавать вам вопросы, слушатели. 211-101, напоминаю, номер нашего прямого эфира. Для начала мы, дедушка, хотели бы тебя расспросить о том, а вообще откуда ты появился? Но дети растут, хотят знать правду, наверное, не, да? Как вот, здрасте, мои дорогие все радиослушатели. Но вот отвечать и имям я сейчас вот не буду, пока они не оденут вот эти шапки. А, ну хорошо. И, Володя, со мной пока разговаривай, вот, а Светик одевай. Хорошо. Видишь, тут написано «Вятская дедушка Мороз», видишь, тут? Да, спасибо большое. Замечательная да, шапочка. Ну... Да, давайте вспомним, откуда появился... Под наушнички. Откуда появился вятский Дед Мороз? Да. Где он на свет вообще появился? Чем он отличается от всем нам знакомого российского Деда Мороза? Какой у него характер, с кем он живет, как да, он живет, да, ой, на чем спасибо. Он передвигается. Спасибо в общем, тебе. Да, много детских вопросов спасибо, сегодня хотим да. задать. Спасибо за такое внимание. Честно говоря, мне очень лестно и приятно. Угу. Приятно. А, пришел я к вам из-за далеких гор суровых, из-за широких полей, из-за речки нашей родной Вятушки. Угу. Да. Испокон веков здесь жил, со зверьем лесным дружил, помогал в лесу заблудшим, да зверят лесных лечил. Угу. Да, вот, да. Значит, то есть функция Айболита еще есть. Функция, знаете кого? Главного Деда Мороза по 43-му региону. Вот, смотрящий. Угу. За всем присматриваю, приглядываю. А мне дал, между прочим, грамоту верительную сам главный Дедушка Мороз. О, да. Который в Великом Устюге да. у нас, да? Вот я вот Мороз Афанасьевич, как вы меня называете, да? А он Мороз
Как вы думаете? Иванович. Ну, конечно, Светочка, молодец. Вот тебе сушка на есть. Я была в Великом Устюге. Да? Была. А Володь не был? Да, в гостях у Дедушки Мороза. Я не был, к сожалению. Зато мы очень любим с детьми. У меня двое сыновей. Да. Один в школе, другой в детском саду. Еще пока мы очень любим книжку Андрея Усачева про Дед Морозовку. Замечательная книжка. Моя настольная книжка. Перечитывали раза три, наверное, уже. Устюг-то далеко. А я живу прямо в центре города. Ну, не скажу где, пусть потом отгадают. Мне говорят, у вас тут будут эти вопросы. А, то есть мы вопрос потом будем задавать, где можно вас найти. Сегодня да? все вопросы, если не возражаете, будут по моей теме. Где, кто, чего, как. Может быть, мы даже что-то скажем, проболтаемся. Ну, на внимательность тогда, ладно? Конечно. Дети, проверим, как нас внимательно слушали. Да. Вот песню мою слышали, да? Да. «По снежным, по просторам спешит он к ребятне». Вот. Видите, у меня вот дорожный чемодан, вот, который я принес там вот. Повидал много стран. Да. Близко к нему не подходить, может, крышкой зашибить. Вот так вот, да. Поэтому вот 6 лет, я уже 6 годков, живу и работаю наместником, зимним брендом. Вот говорят, брендом, да. Да. Наших всех вот этих вот зимушки, зимы нашей Вятской, а на Вятке зима у нас красивая, да? Уже начинает, собственно, напоминать настоящую русскую зиму. И вот в конце этой грамоты, которая у меня висит в моем жилище, вот... Там прям написано, что «Вверяю тебе имя Дед Мороз по прозвищу Вятской». И самое главное у меня прозвище «Радушный». Вот так вот. О! Да. Радушный. Радушный. А знаете почему? Потому что Вятский. Что «Ра» — это солнце, свет. Ну, предположим. Получается, светлой души человек. Светлой души человек. Вот так. Радушный. Радушный по отношению к людям, гостям, к ребятам. Ко всем. К зверям, к хомякам, к бобрам, к собакам, кошкам и прочим людям всяким на земле. Любых национальностей. Дедушка, скажи, пожалуйста, а если тебе не слишком хорошие люди попадаются, ну, вот какие-то, вот знаешь, что называется, с камнем за пазухой, ты их своим радушием отогреваешь? Отогреваем, перековываем, перевоспитываем, хочу так сказать. Так. Любой, который ко мне придет, как в сказке «Бармалей», понимаете, всегда станет хорошим, всегда, завсегда. У дедушки глаз-то наметан, он видит насквозь исключительно всех этих людей. А во-вторых, ведь посох мой не морозильный, а компьютер, но мобильный. А, я знаю. Хороший человек коснется, огонек на нем зажгется. Коль на сердце лед лежит, нет, огонек не загорится. Сегодня вот я взял специально вот этот фонарик, привез мне его комарик. Вот, комарик мне привез и уснул фонарик. Фонарик тоже такую же функцию имеет. Вот, смотрите, какой красивый фонарик. Так. Ну-ка, Володь, давай проверим, хороший человек или нет. Вот, коснешься, вот так, коснись, загадай куда? Желание. Сверху нужно, на крышечку? Да, да. Загадываю желание. Давай. Мысленно или вслух? Можешь, как хочешь. Да. Ну, хорошо, можешь, давайте вслух. Послать, что все было хорошо. Не тормози, клади трубку. Так. Вот, видишь, как загорелся. Зажегся. О, видишь, значит... Все, проверку прошел. Значит, ты человек хороший. Хороший. О свете я и не буду даже давать, потому как видно, что я человек хороший. Мадам, задуйте свечи. Все. Фонарик у нас падает. Делайте чудеса своими руками. Кто сказал? Александр Грин. Наш земляк, между прочим. Конечно. Вот я смотрю, что целый мешок с письмами, мне кажется, у вас лежит, дедушка, перед вами. Неужели вам тоже можно писать письма? Да не можно, а нужно, ребята. У нас вот есть такой адрес. Смотрите, в этой авоське я храню. Сегодня у нас еще на дворе что? Пока ноябрь. Ноябрь, да. Больше 100 писем пришло к дедушке. Больше 100. Вот кто б знал, где наша Вятка или Киров, ну, кому как угодно, да? Ежели б не дедушка-то вот. Причем это... география-то не ограничивается, это да? мне льстит. Значит, смотрите, Вяткой. Это Армения, Казахстан. Не говоря уже о всех городах нашей необъятной России, матушки. Германия. Амстердам, да, вот там тоже. И все читаете? Все читаем, мало того, всем отвечаем, всем вкладываем подарки тудыть. Вот. Пишем телефонные номера, можно заказать телефонный разговор с дедушкой, понятно? Так, сейчас я думаю, что нужно достать ручку, записать адрес, да, по которому можно написать Дедушке Морозу, нашему Вятскому. Кто еще не написал? Я вижу, ты это 905 года рождения, понимаешь, ты давно уже живешь, хотя хорошо выглядишь, мать. Хорошо ты выглядишь, нет. Не надо ничего нынче писать. Век-то какой на дворе? 21-й. Загуглить надо, просто тупо загуглить, и все. Там все написано. Запоминаем. Да. Вятский Дед Мороз, почта, бы, адрес. Откель же бы эти дети узнали, значит, где мы находимся. Вот только за сегодня, пожалуйста. Город называется... Так. Байтингайм Бессинген. Ну, понятно? Судя Александр Флемингштрассе. А, ну, судя по звучанию, это Германия. Германия, да. Вот, пожалуйста. Германия нынче пришло письмо. Так, город Москва, улица Новаторов. Ну, пожалуйста. Это никем пожалуйста, не удивишь, да. Москва, да. Ленинградская область, Тоснинский район.
Угу. Хочу обратить внимание, что и конверты-то все необычные, руками сделанные, да, многие мало украшены. Мало того, внутри-то какие подарки Дедушке Морозу. Город Шадринск. Санкт-Петербург, так, ребятушки. Угу. Московская область, Подольск. И таких писем каждый день. Ставропольский край. Видимо, невидимо. Ну, солидная пачечка, на-ка, да, помоги смотрю. Помоги мне, да. Вот этой печать поставь. Да, да, смотрю. Поставь печать. Можно, да? Да не, прям вот сюда давай. Нет, вот так, вот так. Видишь, вот он так, написал. Так, давай, печать давай, у нас. Давай. Так, что на печати? Почта Вятского Деда Мороза, внимание. Оп! Раз, молодец, погасил. Следующий так. Давай, работай. Так, хорошо, так, можно сюда. Молодец. Оп, погасил. Сушки это, а кто же вам, дедушка, помогает? Это значит, принято. Да. Тут принято. Вот Владимир сейчас штампует. Малочка, сушки бубликов полезней сохранят от всех болезней. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Светочка, ты давай тоже, давай. Так. Так вот я и спрашиваю. Раз... как-то пригодитесь в этой жизни. Кто же вам там помогает? Нашему Деду Морозеву. Дедушка Мороз. А помогают нам помощники. У нас есть такие морозовики да морозоведы. Морозовики? Разница есть, между прочим. Так, в чем разница заключается? Значит, морозовик — это младший научный сотрудник. Понятно? С перспективой дорасти до старшего, да, принеси, унеси, пошел, принеси снегу. Понятно? Он принес. Например, растопить чай. Вот у нас самовар настоящий. Так. О, дедушка любит чай. Он даже не тает от него. А морозовед — это уже старший научный сотрудник. Пока месть меня не бывает, вот я после Пасхи-то уезжаю я, вот, после Масленицы, вот, да, вот, боюсь, как бы не сожгли меня. Да-да-да. Да. Уезжаю сразу я, да. Уезжаю я в Арктику работать с мировыми учеными-экологами над проблемой повышения океана. Угу. Дедушка экологией занимается. Глобальным потеплением. Глобальным еще потеплением, вот, еще потепление. Сохранением поголовья бельков. Угу. На международных станциях работаем со всеми Дедами Морозами. Вот там вот мы живем. Здесь меня хранит тайну морозовед. Вот этот морозовед какими компетенциями обладает? Это, наверное, очень хозяйственный товарищ. Прям. Он хозяюшка. Он такой хозяйственный, что он похож на этого, на нашего главу администрации. Понятно? Да вы что? Да. Такой же. Но это скорее всего... Четыре встает. И фиг знает, когда ложится. И вообще не ложится. Да. А у вас как день проходит? День у меня проходит насыщенно. Но бывает где-то вот после обеда, когда я наемся этих шишек соленых. Да. Шишек соленых. Заготовки делаю всегда я. Вот про летом, шишечное варенье осень. Слышала, а про соленые шишки не вот, слышала. Потом у меня вьюга есть еще стеклянная. Да, вьюга? Да, она у меня в бутылке там стоит. Угу. Вода Северного Ледового океана. Вот это моя еда. Значит, потом у меня, конечно, эти снежки под сахарной пудрой. Бывает, перекушу, да сморит меня маленько. Да, после обеда, да? Да. Ага. Прикурное, а во сне, друзья мои дорогие, всякие чудеса мне видятся. И всякие детские вот эти просьбы, понимаете? Угу. И то, что я во сне увижу, ко всем детям я прихожу во сне, стараюсь вот эти чудеса все выполнять. Угу. Вот такая на мне главная задача и миссия находится. Угу. Просыпаюсь новыми силами и бегу по людям. Вот к вам забежал. Дедушка, а скажи, вот интересно знать, что в последнее время ребятишки у тебя просят? С какими просьбами обращаются? Принято считать, что вот подавай что-нибудь такое компьютерное, электронное, в первую очередь, современным детишкам. А вот, судя по твоему опыту, подтверждается это? Не подтверждается. Нет. Парадокс. Парадокс? Да. Дети лучше, чем нам кажется. Вот так вот. Честно вам скажу, никто не попросил ни айфонов, ни шмайфонов. Ага. Нет, никто ничего. Зато знаете, что просят? Что же? Братика, сестренку. Мира во всем мире. Мира. Мира. Через каждого второго. С Украины мне пишут, с Белоруссии пишут, с Казахстана пишут. Ото всех сторон пишут. Всех. Бывает, даже вот ребенку совсем мало лет, или бывает, даже год даже нету. Вижу, что пишет мне это мама за него. Так. Вот так вот. Да. Тот думает, а у мамы с ним же тоже связь астральная. Вот он за него пишет и практически как будто молится за него. Правильно, да? И все в дедушку веруют. Вот. А поскольку Вятский Дед Мороз, ну кто же бы знал про нашу Вятку, правильно, да? Получается, дедушка! Посол! Посол. Мне так и говорят, посол ты... Ну, посол да, доброй воли. Доброй воли, как принято говорить, да. Только исключительно с добрыми делами, году, мыслями, кстати, и поступками. Пошлют, вы знаете об этом, куда нас пошлют, помните? Ну да. Расскажи. Да. Мы тут перед эфиром узнали, что скоро будет какой-то съезд, да, Дед Морозов со всего нашего государства российского. Вот правильно. Куда-то вы поедете. Куда-то поедете. Причем аккурат перед Новым годом. Да, хочу всем рассказать. О том, что вот есть такое Министерство культуры, это вот нашей России знаменитое Министерство культуры, у них есть такой конкурс. Он называется «Зимняя столица России».
Кстати, хочу сказать, Вятка может претендовать запросто. Да, по-моему, наши соседи в прошлом году были зимней столицей, Нижний Новгород. Возможно. Как раз это было приурочено, наверное, к его юбилею. Юбилею, 800 да, лет, да. Вот дедушка язык смозолил, счесал весь. Всем говорю, этим губернаторам, домерам-то говорю, это говорю, подавайте 650, заявку, конечно. конечно. Но у них работа тяжелая, губернаторская, домерская. Не просто приходится, да, им, да, согласен. Да, тяжелая работа у них. Они меня не слышат. А то бывает, услышат, куда-то потом исчезнут. Дедушка-то здесь навсегда. Они побывают, да, это и куда-нибудь тоже уедут, не знаю куда. Без следа, без адреса уезжают. Все приходящие, Дед Мороз вечен. Да. И вот нынче пришло приглашение в славный город ученых Новосибирск. Угу. И прямо с 22 по 25 декабря там пройдет зимняя столица России. И в рамках вот этого праздника пройдет первый съезд Дедов Морозов отовсюду. Угу. Ну и ваш покорный слуга, конечно, поедет туда. Подарков наберет всяких. А Вятке расскажет. А Вятке расскажет, фильм покажет, песни споет. И еще будет онлайн. В общем, на прямой связи. Да, на прямой связи будут сибирские мастера и вятские умельцы, представляете? Ага. Да, и наши будут показывать им наши промыслы, и прям вот так вот учить. 21 век, ведь все. Вот, и мы представим это все, и всякие подарки повезем, съедобные и несъедобные. А из съедобных мы повезем, ну, конечно, шишки соленые я не повезу, мне самому не хватит его, да. Но рыжики наши знаменитые. Безусловно, да. Да. Сунские рыжики. Клюку да брусницу принесли мне птицы. Истабенские огурцы. Да. Кстати, про огурцы. А ежи под елками, да. Грибы нашли с иголками. Или наоборот, я не знаю, да. То есть мы все это туда повезем, потому что вот у меня даже в песне поется про наш хлебосольный стол. Не слыхали? А давайте послушаем. У нас есть? Есть, конечно, есть такая возможность. Вы подготовились, ребята. Я бы даже сказал, это волшебство. Это магия какая-то. Магия, да. Все возможно в эфире. Заготовки местные, вкусные, полезные. И у нас на Вятке стол всегда в достатке. Вы пока хрумкайте, давайте. Давайте, мы пока... Заводи шарманку! Брусницу принесли мне птицы, а ежи с иголками грибы нашли под елками. Рыжики соленые, здоровые, ядреные, мне лисички да бобры доставляют из норы. Заготовки местные, вкусные, полезные, и у нас на Вятке стол всегда в достатке. Суслики, кроты, зайчата, полюбуйтесь-ка, ребята, мне слугов да из Дубравы шлют целебные все травы. Косолапый Мишка притащил мне шишку и лесной малины целых две корзины. Заготовки местные, вкусные, полезные, и у нас на Вятке стол всегда в достатке. Белки да куницы, такие мастерицы, припасли орешки и ешьте сладкоежки. Лоси на рогах ветвистых, ветки хвои, ветки в листьях деду запросто несут. У меня здесь как в лесу, заготовки местные, вкусные, полезные, и у нас на Вятке стол всегда в достатке. Мне медок приносят пчелы, вон какой я развеселый. Люли-люли, траливали, все зверята мне достали. Ну а в кружечке у нас настоящий вятский квас, сушки, творог, все свое, хлебосольное житие. Заготовки местные, вкусные, полезные, и у нас на Вятке стол всегда в достатке. Заготовки местные, вкусные, полезные, и у нас на Вятке стол всегда в достатке. У нас. А это мечта моя, дорогой мой. Да. Не только чтобы стол был в порядке, да? Ну и все, что. А чтобы все было в порядке. Да. Радость была, праздник был, радушие, ра везде, да? Радость,
праздник, радуга Россия. Вот так вот. Да. И я думаю, что разогрели мы уже нашу публику. Люди взрослые, наверное, зажглись желанием повстречаться, свести как-то своих ребятишек с Вятской, к Дедом Морозом, да. Так что давайте сейчас несколько минуток поговорим, собственно, где можно окунуться в эту прекрасную сказку новогоднюю, где можно пообщаться с нашим Вятским Дедушкой Морозом. Расскажи, пожалуйста. Всем наш дедушка хорош, слава богу, он не бомж. Так. Да, то есть живет. Есть. Есть. Угол. Паспорт даже есть. Угол. Паспорт и прописка. Да. Понятно? В общем, законодательство надо соблюдать, да, между в любом прочим, случае. Этот паспорт находится у меня в этой, в моей, в жилище моем. В резиденции. Или как это громко называется? Громко сказано, я бы сказал, это значит, почти каморка папы Карла. Каморка папы Карла. Я, видишь, не попал в программу переселения с ветхого жилья. Ага. Но все впереди, видимо. Не знаю, нынче обещали на Театральную площадь меня это переселить. Так ведь у нас, что сказали, то и забыли. Посмотрим, поглядим. Ну, еще месяц. Впереди. Но мне хорошо в своей каморке, хочу вам сказать. Находится она прямо в центре города. Только сейчас я вот не хочу говорить, хочу задать вопрос. Можно ли? А почему бы и нет? Давайте до перерыва успеем задать вопрос. Можно? Да. Уважаемые радиослушатели, да. Сегодня в программе «Первый вопрос» от Вятского Дедушки Мороза. Угу. В первый год, 6 лет назад, я жил в Порошино. Да. Снегами Вятку запорошило. Наш Дед Мороз живет в Порошино. Угу. А потом я переехал вот в город Киров. И сама Елена Свет Васильевна Ковалева, вот, главная, которая по городу, она мне дала вот 4 года назад паспорт с пропиской. Да. Теперь я хочу задать вопрос. А где нынче проживает и где можно найти меня, Вятского Дедушки Мороза, Мороза Афанасьевича? Это будет вопрос, подарки обещаем. 211-101, вы можете прямо сейчас дозвониться и ответить на этот вопрос. Ну, а пока Светлана, наверное, не успеет озвучить список призов, потому что я смотрю уже на нашего редактора. Оно уже, видимо, есть звонок, ну, давайте будем это принимать. Это кто так скоро? Давай, Дедушка Мороз, общайся. А как? Слушайте, а вот наушнички, да. Слуховой аппарат или что это? Ближе к уху. Ну, по сути, да, слуховой аппарат. Алло? Алло, добрый день. Не надо говорить? Алло. Алло, добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Ой, здрасте. Я узнаю по голосу нашего постоянного... Здравствуй, Дедушка Мороз. Борода из ваты, вы хотели сказать, да? Не надо, не продолжайте, я знаю эту песню. Я по голосу узнаю нашего постоянного слушателя. Кто это, как зовут? Александра, да, Александр? Александр. Да, все верно. Саша... Мальчик Саша. Саша Шура Александр, сокращенно США. Ну, давай, Саш, говори. Моя резиденция в парке Аполло. Ну, это конечно. Правильно? Конечно. Конечно. В парке Аполло, улица Володарского, 106. Да, именно так вот прописан я. Там есть такой домик красивый, очень хорошо украшенный. А вот с 1 декабря прям будет настоящее убранство, и милости просим в парк Аполло. Ну, дарите подарок. Новогоднее убранство, да? Спасибо большое, молодцы. Да, Александр, абсолютно правильно вы ответили, поскольку мы не успели озвучить список призов, что мы обязательно сделаем после небольшого перерыва, мы вас сразу передаем тогда нашему редактору. Да, уже с ним пообщайтесь, пожалуйста, и определитесь с тем призом, который вы хотите получить. Александр, от дедушки вам будет маленький багнетик и так называемый бердекель. Если знаете, что это такое, вот знаете, если нет, загугли. Вот так. Дедушка, у нас минутка остается до перерыва. Давай. Расскажи, пожалуйста, про парк Аполло, как он нынче будет убран, украшен к Новому году. Вот что-то, может, особенное, необычное. Нынче, знаете, вопрос все задавали, надо ли оставлять убранство такое там, или что-то там, площадь. Да-да-да. Я считаю, что надо, понимаете. Новый год никто не отменял, веру в чудеса никто не отменял, детство никто не отменял. Поэтому вот как минимум в этом историческом парке, основанном в 1874 году, вот так вот он, исторический парк, как всегда будут подсвечены всякие фигуры, елка, горка, красота и, конечно, наш домик. Непременно приходите туда, потому что совместно с Российским детским фондом, которому недавно исполнилось 35 лет, мы подготовили для вас потрясающую программу. Но для этого, конечно, нужно найти в интернете адрес, форму, заполнить, договориться, чтобы мы, так сказать, ну, подготовились же, правильно, да? И стол накрыли, чай заварили и встретили вас честь по чести, как это у нас принято на Вятке. Коллективные заявки принимаются. Когда непосредственно стартуют?
вот эти праздники, встречи. Все стартует прямо с 1 декабря. С 1 декабря. Но главные наши группы, конечно, будут подходить в последней декаде. Mm-hmm. То есть все хотят под самый Новый год, чтобы настроение поймать. Конечно, конечно. А мы готовимся. Ох, как готовимся. Ну что ж, удачи. До 1 декабря остается времени совсем немного. Я думаю, что и твои помощники, и единомышленники обязательно помогут все честь по чести сделать. Еще у меня дружок, а зовут его Снежок. Собака. Да. Небольшая сейчас пауза у нас будет. Это означает, что первая часть программы нашей сегодняшней завершается. Мы благодарим нашего гостя, Вятский а дед. А меня уже больше не будет? Будем обязательно. Просто мы у нас еще такая вас никуда не отпускаем. Процедура. Культпоход сегодня у нас пропитан новогодней атмосферой. У нас в гостях Вятский, Дед Мороз. Дедушка, поздоровайся, пожалуйста, еще со всеми нашими слушателями. Опять уже в эфире? Да, быстро в эфире полетел. Остается у нас буквально 8 минут, поэтому давайте в темпе вальс, я что называется. Хозяйственный. Еще раз здрасте всем, кто присоединился. Я тут со своими пожитками сейчас хожу ко всем. Спасибо, что пригласили меня, Володя и Света. Обязательная процедура. Нам нужно озвучить призы, которые мы сегодня разыгрываем. Давай. А потом дедушка будет вопросы задавать. Давай. Сегодня мы разыгрываем пригласительные в кинотеатр «Дружба» на любой фильм и сеанс. Также мы разыгрываем билеты в галерею «Прогресса» на выставку молодого искусства «Новые кисти. Ограничение 6+.» Также в галерее «Прогресса» проходит марафон лучших фильмов московского короткого метра «Moscow Shots. Ограничение 18+.» У нас, как всегда, книги от магазина «Читай город». Евгений Водолазкин, «Чагин», 16+. Дмитрий Макаров, «Лекции по искусству. Страшные сказки», 18+. Карстен Себастьян Хен, «Служба доставки книг», 16+. «Мандарины. Не главное. Рассказы известных писателей к Новому году и Рождеству». Очень в тему сегодня, 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53, а также Волкова, 6А. Также добавим, что с каждым подарком вы сегодня получаете еще и дополнительные подарки от нашего гостя Мороза Афанасьевича. Я ничего не понял, но мне все понравилось. Ага. Дед, как ты это все зачитал? Здорово. Дедушка, а ты любишь, кстати, книжки читать, раз уж мы книжки разыгрываем такое большое читать количество люблю, книг? Так. Читать люблю, да, но я их больше всего люблю писать. Во! Да. Сейчас мы готовим к 650-летию с издательством «О, кратко» есть такое в городе. Да, да, знаю. Да, известное. Вот, там у меня работает друг. Я его так и зову друг-друг. Друг. Дядь Женя. Друг. Друг-друг, так. Да, вот. Да, мы готовим сказки Вятского Деда Мороза. Потому как мне очень да понравилась самая главная, по-моему, у них детская книжка большая, знаете, такая красивая, «Вятская далёкая». Помним, да. Она да. получила все возможные призы. Так вот, мы надеемся, что это как бы будет, знаете, такая вторая часть вот этого «Вятского далёкая», но сказки Вятского Деда Мороза. Мороз Афанасьевич. Когда в свет выйдет? Можно уже точно говорить или пока? Ну, нам нужно, знаете, много чего это сделать, всяких промыслов продать, деньги, деньги получить, и чё, нынче все, понимаете, знаете, что такое. Да. А, кстати, Светлана сейчас отчество дедушки упомянула. Афанасьевич. Мы вот терпели половину программы, не произносили его, а все для того, чтобы наши слушатели ответили, видимо, на вопрос. Я всех спрашиваю, говорю, знаете, почему Афанасьевич? Наши кировчане говорят, ты родился в Афанасьево. В Афанасьево. То есть если бы родился, не знаю, в Чепецке, Чепецкович, что ли? Не знаю. Афанасьевич — это вполне объяснимое отчество. Ну, пусть наши, может быть, слушатели ответят. Значит, вот скажите мне, пожалуйста, 2016 году. Вот я приехал на Вятку 6 лет назад. Вот, да. И первый вот праздник был 16 на 17 переход. Вот, да. А в честь кого я назван Морозом Афанасьевичем? В честь какого реального человека? То есть это вот, если мы говорим про литературу, то у литературы как вот есть герой, а есть кто его? Прототип. Конечно, прототип. Прототип. Прототип, он же иногда бывает, кстати, автором, потому что это автобиографичная история. Кто был вот таким волшебником? Уже ответ, я еще гадаю. Общайтесь, да, 211-101, я даже не успел напомнить. Здравствуйте, Саша, нет? Да, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня Надежда зовут. Надежда, здравствуйте. А Надежде сколько годков? Девочка. Девочка, Надя. Девочка Надя. Нельзя, Мороз Афанасьевич, у девочек такие вопросы задавать. А у нас, задавать, между прочим, да? Знаете что, программа «Всем детям от 6 до 60». Так что все равны, да.
Надежда, скажите, вы знаете, почему нашего вятского Деда Мороза зовут Мороз Афанасьевич? Ну, родился в Афанасьево, это понятно. А отец, отцом является Руслан Мамедов. Нет, так. Логика у вас убойнейшая, убойнейшая. Тогда бы он был, знаете кто? Мороз Ибн Афанасьевич Аль-Мамедов. Видите, да? Сын турецко подданного. Ну, да, это что-то из раздела таких, да, фантазий. Нет, неправильно. Да, если еще попробовать Надежду. Версии, может быть, вы каких-то известных Афанасьев знаете. Да, вот. С чем у вас имя Афанасий или фамилия Афанасьев? Она сейчас скажет Афанасий 8 на 7, вот так скажем. Да, ассоциируется. Или Афоня. Афанасий, ты мне рубль должен, нет? Нет, к сожалению, Афанасьев я не знаю. Ну тогда слушайте эфир, расскажем. Давайте дальше. Девочка Надя не порадовала нас правильным ответом. Ну уж извините, да. Давайте зато приятно. Следующий звонок будем. Практически снаряды ложились рядом. Снаряды ложились? Да. Да, 211-101, и буквально 3 минуты у нас остается, даже меньше уже. Почему у нашего вятского Деда Мороза отчество Афанасьевич? Может быть, мы как-нибудь подскажем нашим слушателям. Ну вот я уже начал подсказывать, нет. С чем ассоциируется у вас, да, имя Афанасьев, фамилия, может быть, Афанасьев. Владимир, звонок уже, да, есть? Да. Здравствуйте, давай, как вас зовут? Мне кажется, это в честь нашего кукольника, которому назван театр Афанасьева. А как зовут девочку? Девочку Наташа. Наташа, Наташ. Да? Ты, Наташа, хороша, и фигура, и душа. Это ты на расстоянии, дедушка, а определил, я, дедушка, да? Насквозь видит. Правильно! Давайте ей поаплодируем. Ура! Да, ура! Молодец, ура! Молодец, во! Браво. То есть еще и память о великом, да, дворце заложена. Да. К сожалению, в 2015 году Вятку покинул один большой, знаменитый, как дети говорят, волшебник. Но волшебники, вы знаете, они не умирают. Они уходят на время туда, где они нужнее. У нас буквально минута. Да, потом они возвращаются. И вот в моем образе вернулся заслуженный артист России, последний главный режиссер театра «Кукол», чьей фамилией назван наш Кировский театр «Кукол», Вадим Анатольевич Афанасьев. Именно поэтому он стал прототипом нашего вот этого дедушки, то есть меня. Наталья, мы вас поздравляем за этот правильный ответ. Вы получите приз, который захотите. Мы вас сейчас нашему редактору передаем. Спасибо. Пообщайтесь, пожалуйста, да, не кладите трубку. Ну, а нам вот звукорежиссер подсказывает, что уже пора прощаться. Финита! Дедушка, 20 секунд у тебя есть для пожеланий, для приглашения нам, в сказку, в чудо, да, новогоднее. Ну что, пришло время расставания. С Новым годом, до свидания, хочется вам сказать. Приходите в детский парк Пола, следите за нами в интернете и давайте нам всяческие подарки, которые мы повезем в далекую страну, в Сибирию, в Новосибирск. Вятский Дедушка Мороз — это настоящий омбудсмен. Какое слово знаю! Нашей Вятки омбудсмен и амбассадор. Амбассадор. Да, что означает земляк, ровесник, современник. Вот. Вот так вот. Спасибо большое за это предновогоднее настроение. Завершаем на этом передачу. До свидания. Всем до свидания. Культ. 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 Культ.